не знаю, как-то скучно в музее. И что в этом крутого? Вау, Тина, зацени! Фиолетовый банан! Спорим, он очень вкусный! Пойдем, гляди! И правда, это нечто! Ты думаешь о том же, о чем и я? Что? Нет, это же искусство! Из-за этого только сильнее хочется! О нет, у нас будут проблемы! Иди ко мне, бананчик! О-о-о! Мы попались! Я не хочу в тюрьму! Вау! Это новый челлендж! Так, я первая. Вот это да! Просто невероятное фиолетовое яблоко! Я даже не знала, что такие бывают. Попробуем? Ого, вау, какое сочное и хрустящее! Интересно, у Белоснежки было такое же? Итак, пора проверить, кто сможет ее разбудить. Фу, ничего себе, какая красотка, как весенняя сирень. О, черт, сейчас он меня поцелует. Ну уж нет, ради такого не проснусь. Ну все, убирайся, да я. Приветик, Соня. Готовься, сейчас я тебя разбужу этим поцелуем. О, ты в порядке? Эй, проснись! О, ну и ладно. Посмотрим, что у меня. Погодите-ка. У нее, значит, прекрасное яблоко, а у меня глаз на палочке. Эй, Венди, ты мне нужна. Ох, иногда она просто невыносима. О, оно подмигнуло мне. О, я знаю, что делать. Как насчет ресничек? Вот это красота. О, у меня появилась классная идея. Вот так. Вот и следующий принц. Эй, просыпайся. Стоп, что? Молодец, глазик. А какой ты на вкус? О, виноградное. Минуточку, сначала считалочка. Посмотри-ка, я победила. Ядовитые отходы? Чего? О, это кислые конфеты. Обожаю их. Выглядит аппетитно. А на вкус как? Сейчас узнаем. Вау, кислятина. Вот это здорово. Я сразу все съем. Это будет нечто. Ого. О, нет. О, ты в порядке? Ого, вот это да! Надеюсь, у меня тоже что-то классное. Нет, я просто закрою это крышкой. Что такое? Все хорошо? Все плохо, очень-очень плохо. Смотри. Нет, закрой скорее. Секунду, я сейчас. Ну все, теперь я готова ко встрече с пауком. Открывай. Эй, стоп! Кажется, он не настоящий. Ты права, это мармелад. Пахнет виноградом. Надеюсь, на вкус он тоже ничего. Ну да, здорово. Вау, что со мной? Похоже, паучьи силы. Вау, не может быть, как круто! Да, я королева пауков! О, упс, прости! Ты что, издеваешься? Ой, кажется, я немного увлеклась. Давай откроем вместе. У меня ничего. А у меня какая-то банка. Внутри что-то лежит.
Ого, волшебная палочка! А что она умеет? Сейчас узнаем! Да, работает! Я захотела чипсы, и банка изменилась! Да, обожаю фиолетовые чипсы! Спорим, они очень вкусные! О, да! Но мне бы еще запить чем-нибудь! Волшебная палочка рулит! А если так? Открывай, посмотри, что внутри! Ничего себе, фиолетовый бургер! Невероятно то, что надо! Эй, я думала, это мне! Ну и ладно, теперь я колдую! Хм, ну, кажется, сработало! А это я забираю! Умираю с голоду, я бы съела бургер любого цвета! О, точно, Фанта! Никто же не против? Это еще что было? Ой, ты вернулась. Прости. Еще бы ты не извинилась. Эй, в этот раз я первая. А-а-а! Капкейк с глазами! Почему мне все время глаза подкидывают? Что-то я сомневаюсь насчет него. Фу, окей, кажется, это конфеты. О, и пахнет так классно, как здорово. Да-да, конечно, интересно, а что у меня? Вау, а у меня леденец с кулаками. Минуточку, похоже, сломался. О! Она сама себя ударила. Ха-ха, мисс, как я боюсь конфетных глаз. А, кстати, про глаза. О, да, это мой шанс. Удар по капкейку. О, как вкусно. Ты что, издеваешься? О, ты слишком веселая. Эй, тут леденец. Круто. Как же вкусно. Да, это нечто. Ну уж нет, не в этот раз. В последнем раунде я первая. Да, коробка нёрдов. Я их обожаю. Поехали, высыпаем на тарелку. Вау, оу, ты сыпешь мимо. Вот так, целая тарелка конфет. А, теперь в рот. Как вкусно. Уже завидуешь? У меня все волосы в нёрдах. Ну уж нет. Пора открывать. Что это? О, точно, дошло. Мне бы соломинку. У тебя какое-то волшебное зелье. Ну вот, теперь я завидую. Хотя, я знаю, как сделать мои конфеты еще вкуснее. Нальем сверху черничное варенье. Прямо на нёрды. А теперь перемешаем. Вау, что там происходит? Готово. У меня тут радуга из нёрдов. Ну, по форме похоже. Чего? Эй, а можно мне кусочек? Ну нет, это все мое. Ну можно же что-то сделать. О, знаю. Вот, поменяемся. Ну ладно, держи, твоя половина, а я забираю напиток. А вы бы съели целую кучу кислых фиолетовых конфет? Расскажите в комментариях и не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы увидеть больше крутых роликов.